Новый год начался для многих бодро и спортивно. В универсальном спорткомплексе Подмосковья прошли соревнования в рамках первенства Московской области по легкой атлетике среди юношей и девушек до 18 лет. В мероприятии приняли участие порядка 300 молодых людей со всего Подмосковья. Первые соревнования в этом году. И очень много коллективов, никогда такого не было. 42 коллектива участвуют от Московской области. Обычно у нас 25-30. Это очень радует, что легкая атлетика у нас процветает, как говорится, еще и руководство, и федерация, и министерство уделяют этому большое внимание. Ну это вообще удовольствие, просто такое, ты все время на соревнованиях такой экстрим получаешь, когда бежишь, и вообще в принципе это, вот, из-за этого, не знаю, наверное, больше из-за того, что ты как это захватывает это все. В двухдневную программу соревнований были включены гладкий бег и барьерный на короткие дистанции, бег с препятствиями на средние дистанции, прыжки и ходьба. Призерами соревнований стали участницы из Щелково. Первое место в беге на 50 метров заняла Полина Шевченко, второе – Муратова Алиса. Также второе место завоевала Морозова Александра в беге на 400 метров. Это заслуга не только самих спортсменок, но и, конечно, щелковских тренеров, которые подготовили участниц – Ольги Поспеловой, Василия Костылева и Алексея Золотухина. Сильные ребята, заслуга тренировок стабильных, талантливые дети, плюс тренировки, вот и результат. Тренировались все праздники новогодние, видно, что не гуляли. Стоит отметить, что данные соревнования являются отборочными к первенству Центрального федерального округа, которое пройдет в Смоленске уже в конце января. Туда отправятся ребята, продемонстрировавшие самые высокие результаты. Мария Буржинская, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.